провозглашается резолютивная часть апелляционного определения. Руководство статьями 177 и 309 Кодекса административного производства Российской Федерации судебная коллегия определила. Решение Московского областного суда от 12 октября 2018 года в части отказа удовлетворения административного искового требования об оспарении пункта 2 приложения 3 распоряжения Главного управления культурного наследия Московской области от 14 июня 2017 года номер 45 РВ 318 об осуществлении государственного учета выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Московской области, отменить. Принять в этой части новое решение, которым пункт 2, приложение номер 3, распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области от 14 июня 2017 года, номер 45-318, об осуществлении государственного учета выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Московской области, признать действующим со дня его принятия. В остальной части это же решение суда оставит без изменения. Апелляционные жалобы Александра Валерьевича Иосифовны и Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ВООПИ без удовлетворения. Дело вместе с апелляционным определением будет возвращено в Московский областной суд, где вы сможете получить копию определения и ознакомиться с мотивами, по которым оно было принято. Сроки и порядок определения вам известны, но вы разъяснялись, они составляют 3 месяца, начиная с сегодняшнего дня, путем подачи жалоб в Президиум Верховного суда Российской Федерации. На этом заседание судебной коллегии объявляется закрытым. Всего доброго. Спасибо.